Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. После того, что произошло в больнице, проходит некоторое время. После реакции Фары Тахир держится подальше от Фары и Керимшаха. Он вернулся к себе. Он отказался от своей мечты о нормальной и счастливой жизни. Однако забывается, что брак Тахира и Фары будет контролироваться властями. Когда власти прибывают в дом Фары, все меняется. Фара вынуждена поселиться в доме Тахира. Они работают над вопросами, которые могут задать власти. Однако эта работа довольно сложная. С другой стороны, Мехмед перестал иметь дело с Тахиром и преследует более серьезные цели. Близость, которая развивается между ним и Баде, значительно прогрессирует. Подсказка, которую вы искали, появляется неожиданно. Он вернулся из медового месяца Генюля и Каана. Возникает проблема, что эти касанеры и рейдеры обязательно передаются по наследству. Перихан будет нелегко заставить Генюля поселиться в доме Аканджелара. Перихан, которая собирается навестить дочь, попадает в непредвиденную ситуацию. Перихан остается одна в дороге, чтобы вернуть свою дочь. Хотя Тахир и Фарах вместе по необходимости, каждый путь снова сводит их вместе. Ссоры заканчиваются поцелуем. Неописуемое счастье появляется на лицах Фары и Тахира. Несмотря на то, что они создают между собой препятствия, каждое движение приближает их к тому, чтобы стать семьей. Считаются дни для выздоровления Керимшаха, однако новое событие не за горами, когда они поймут, что это будет нелегко. С другой стороны, Баде и Мехмед не готовы к отношениям. Он узнает от Мехмеда Баде, что Генюль вернулся. Али Галиб обвиняет Тахира в предательстве Каана. Он рассказывает об этом Бекиру. Она говорит, что сделала это для Фары и ее сына. Итак, притча говорит, давайте сделаем это. Он спрашивает об этом Бекира. Приветствуя донора, Бекир не хочет убивать человека. Однако Али Галиб угадал. Он немедленно приказывает своим людям следовать за ним. Они делают мужчину жертвой несчастного случая. Бекир не может скрыть своего удивления случившимся. С другой стороны, Габер достиг Тахира. Фарах и Керимша были почти уничтожены. Тахир вызывает адвоката. Обратитесь за помощью к этому юристу иранского происхождения. Тахир говорит Фаре связаться со всеми ее живыми родственниками. Поэтому было принято решение о новом доноре. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.